А можно ли было избежать Донбасса и всего того, что за ним воспоследовало, остановившись на Крыму? Ну, может быть, даже сейчас где-то как-то можно что-то остановить, изменить. Я хочу верить в решение этого конфликта скорейшим образом и в сторону мира, в сторону чего-то хорошего, доброго. Я, правда, не знаю, как это возможно, но я в это хочу верить. По поводу Донбасса, можно было бы туда не идти. Я не знаю, к сожалению, это не мои решения. К сожалению, к счастью, я принимала участие и горжусь тем, что мы в Крыму все-таки смогли сказать свое слово, и это было мирно. Это реально было мирно.